Массового потока беженцев из Украины в Россию. Отвечая на вопросы журналистов, официальный представитель Госдепа Мари Харф опровергла очевидные факты, после чего тут же завершила брифинг. А вы все так же считаете, что сообщения об огромном потоке беженцев в Россию являются неверными? Да, неверными. Хорошо. Да, таково наше понимание. Извините за скоропалительность, на этом все. Еще увидимся. Ранее наличие большого числа беженцев отрицала и другой представитель Госдепа Джен Псаки. Тогда она еще и оговорилась.